вообще, в принципе, там немного по своему регламенту выступает, поэтому это тоже нужно в какой-то мере иметь в виду, но с точки зрения какого-то... В случае победы они обгоняют «Шахтер-2» и, можно сказать, на место импровизированной зоны вылета. Хорошо. Да, понятно, что с голкиперами арбитр, поехали, да. Вот как раз-таки сейчас с центра поля развели игроки АБФФ Ю-17, сразу же вперед. Направление Артема Каратая. Ну, начнем, пожалуй, с гостей. Дача, но мог пропускать Заблоцкий. Однако до Александрова передача доходит. Тот ближе к штрафной площади смещается под удар. Хорошая попытка, Мутыщук на месте. Михарин. Пошел заброс в штрафную площадь. Воскобойников! Фух ты! Прокинул Мутыщука. И как не пошло в моменте чемпиона в этом году. Заблоцкий. Отлично, направо есть свободное пространство, можно смещаться под удар по воротам, это и сил. Пошел заброс, снова вперед цепляется Воскобойников. Отлично, вот как раз таки эти мячи забирает, и дальше Александров. Снова падение, и уже на третий раз все-таки пенальти ворота АБФФ Ю-17 назначено. На 34-й минуте, когда хочется, чтобы не сработали, но... Михаил Александров не забивает все-таки, Мутыщук. Ну нет, работают приметы иногда. Ну работают все, да? Вот, ну, не должен исполнять тот, кто этот пенальти заработал. Ну и Мутыщук вытаскивает. Пас центр. Снова разворачивается Воскобойников. Передача на Заблоцкого. И это перекладина. Писаченко прострел. Хорошая была попытка Воскобойников. Мутыщук, нужно отбивать. Мяч застреет между голкипером и защитниками. Великолепен вратарь АБФФ Ю-17. За этим стандартом. Ух ты! Шевченко как. Выполнение Динамо 2. Жичко это был. Максим Александров врывается в штрафную площадь. В центр передача. Есть момент, есть шанс выиграть эту встречу. 1-0. Владимир Сковоровский выводит АБФФ Ю-17 вперед на 83-й минуте. Но, да, конечно, о победе еще рано говорить. Ну, какая же это заявка? Вот АБФФ Ю-17. Вот сыграл-то замена. В исполнении Павла Евсеенко. У нас еще изменения. Илья Габарик. Что Динамо 2 предложит? Тут они активизировались, Мутыщук. Тоже его помощники в деле. Следить за всем. Михарин. Заброс к воротам. Удар Каратай там около ворот. Еще одна попытка. Мутыщук вытаскивает. Бейня пяткой. Линии. От Динамо 2. Пошла подача Воскобойников. Вверх выигрывает Дубовик. Скидка. Там Каратаев. Снова Мутыщук. Это его сухарь. Это его игра. Он вытащил пенальти.